чрезвычайно поднялся уровень обсуждения. Это, конечно, бросается в глаза. Восхищает та скорость, с которой растет профессионализм обсуждаемых вопросов. Если раньше были какие-то группы, противоречия, то сейчас, с научной точки зрения, единые подходы, взаимоувязанные вопросы практического плана, связанные с практикой работы. Конечно, постоянно участвуем во всех форумах, но это, конечно, огромная конференция. Я бы хотел, чтобы она продолжалась. Некоторым кажется, что уже почти все знают, но это все меняется. Самое главное, и это очень хорошо, что не изменилось, это общий тренд построения этой конференции. По-прежнему у нас идет, извините за выражение, смычка государства и экспертов, экспертного сообщества, основных игроков на рынке электронных услуг, основных игроков на рынке инфраструктуры открытых ключей. Это PKI-форум сохраняет на протяжении всей своей деятельности. А увеличивается количество участников, увеличивается количество проблемных моментов, которые обсуждаются. Поэтому формат все время расширяется и расширяется, и это, кстати, очень приятно. Лучше всего 15-летний этап жизни рассматривать как с появлением ребенка, и как ребенок сначала начинает ползать, потом начинает говорить, потом у него какое-то развитие. Вот сейчас у нас примерно такой подростковый возраст, когда вроде бы уже и все понятно, а впереди еще столько неизведанного. Потому что я думаю, что все только начинается. Область PKI и, собственно, с учетом этого юбилейного мероприятия, оно, наверное, переживает какой-то переломный момент. Вопрос становится более острый. Государство проводит соответствующие реформы. PKI-технологии за это время сильнее вошли в нашу жизнь. Все больше людей понимают, что такое электронная подпись, электронно-цифровая подпись. PKI-форум, прежде всего, для стран, которые посылают экспертов для участия в этом форуме, оно внесло значительный вклад. Это самое важное мероприятие этой отрасли. Это площадка, которая может выработать консолидированное мнение потребителей и производителей. Первый форум запомнился именно вот, наверное, такой теплой обстановкой, рабочей, как бы вот небольшого коллектива энтузиастов, которые как раз эту отрасль поднимали и развивали. Но хотя задор такой конференции все равно остается постоянно. Технологии как базовые, там, как подпись, модификации, там, криптографии, они просто все глубже проникают в нашу жизнь во всех областях. То они находят как бы новые рынки применения. И везде используется в том или ином виде части PKI, части криптографии. Первый раз в PKI-форуме я приняла участие 4 года назад. Надеюсь, что именно этот юбилейный PKI-форум поможет получить идеи, которые мы в дальнейшем сможем реализовать в решениях разработки нашей компании. PKI-форум – это площадка для обсуждения потребностей именно в направлении развития, в направлении каких-то доработок. Мне кажется, за PKI будущее. Я работаю давно в сфере IT, информационных технологий, информационной безопасности. А в теме как раз вот PKI я совершенно недавно. Проникновение PKI практически во все сферы жизни происходит сращивание разных систем безопасности, конвергенция систем безопасности. Запомнилась в 2005 году отдельная секция по проблемам «Газпрома». В «Газпроме» тогда начиналось внедрение инфраструктуры открытых ключей. Большинство вопросов достаточно близко, особенно вопросы работы с регуляторами. Мы видим круглые столы, которые возглавляют регуляторы в течение всех трех дней работы форума. Мы благодарны им за это. Сама инфраструктура открытых ключей, на самом деле, это хребет для всех механизмов безопасности. С PKI-форумом я знаком где-то с 2006 года. Это была бурно развивающаяся технология. Море вопросов, которые обсуждаются, с интересными тематиками, дискуссиями. Присутствуют различные волны обсуждений. Градус дискуссий как с регулятором, так и между компаниями, представленными на рынке, он достаточно высок и интересен. Пожелаем, чтобы PKI-форум в будущем стал океаном. Ветеранам надо передать свои знания, свой опыт, свою инициативу, которую они проявляли при разработке всей этой отрасли. Молодые воспринимать и двигать дальше. То есть надо смело высказывать свои мнения. Им не надо бояться ответов. Они могут быть, конечно, тоже трудные ответы, да, и неприятные тоже. Но их не надо бояться. От всей души могу пожелать самое главное здоровья, чтобы его хватало намного. И самому PKI продолжать развиваться, продолжать привносить свои отличные идеи, ну и продолжать быть той самой главной площадкой на текущий момент в этой сфере. Данные технологии не стоят на месте.
двигаться нам много со временем и добиваться высоких результатов. Во-первых, успехов, чтобы отрасль развивалась. Те изменения, которые происходили в настоящем, в будущем, они только позитивно влияли на доверие граждан, все повышалось, а удобство, скажем так, следовало за этим. Вот этот вот мир, он всегда меняется, мир всегда не статичен, он всегда бурный. Если мы будем проявлять активную позицию, ну не только гражданскую, активную как профессионалы, рассказывать, участвовать, показывать свое отношение, тогда у нас более оптимистичные будет, нас ждут эти перспективы. Вот я и приглашаю всех быть активными, занимать активную позицию. Желаю новой крови, желаю новых идей и новых направлений, потому что развитие возможно и вширь, и вдаль. Поэтому хочу, чтобы форум развивался так, чтобы его участники чувствовали, что им это полезно, и стране это полезно. В жизни запоминаются именно те моменты времени, в которых эпизодов накапливаются с огромной скоростью как можно больше. Наш форум – это ровно тот самый момент. Год не насыщен будет так событиями, как вот это. Я благодарен тому, что вот эти 3 дня в жизни у нас состоятся. Будем дожидаться еще год этих 3 замечательных дней. Участникам и организаторам форума я бы пожелала привлекать молодежи побольше, поскольку это новые идеи, новые мысли, это свежее дыхание. Что бы хотелось от PKI-форума, чтобы он стал еще шире, чтобы на площадке PKI-форума принимались теховые решения с точки зрения изменения законодательства именно в этой области. Я хотел бы пожелать участникам видеться как можно чаще, решать те или иные задачи, помогать друг другу, быть друг другу полезным, увидеть всех участников конференции через 5 лет на очередном юбилее.